Трое югорчан освободили из украинского плена, в котором они находились с лета прошлого года. Об этом на своей странице сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. Он поблагодарил Министерство обороны России за спасение земляков. Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 31 мая по формуле 75 на 75. В Москву военных доставили самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. В столице все они пройдут лечение и психологическую реабилитацию в медицинских учреждениях. После этого военнослужащие из Нижневартовска, Сургута и Урая вернутся домой к семьям. Восстановление, а также дальнейшее лечение будет проходить уже в Югре. Помощь, согласно действующей в регионе программе, окажут не только вернувшимся из плена, но и их семьям. Этим в округе уже более полутора лет занимаются специализированные реабилитационные центры, где с участниками боевых действий работают психологи. В больницах для этого функционируют профильные отделения.